Стать я стал, он горе прибывал. И я, горе прибывал. Мрашу здешний медь, пойду в монастырь. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Даниил. Мне 32 года, я из Москвы. Прекрасно. Вы поете в основном фолк? Не только. Но в основном, да, но не только. Что это за песни? Какие-то раскопки? Это народная песня, это духовный стих, который... Наверное, самый известный исполнитель, который ее пел, это Старостин. Вот я услышал у него эту песню и сделал свою интерпретацию с горловым пением тувинским, как вы уже могли слышать. Да, а Депеш Мод вы поете в свободное время? Нет. Но мне как-то русское больше. Просто внешне похоже на Дэвида. А что привело тогда на программу «Голос»? Мне хочется делиться просто дальше этим, с массами людей, со всеми вами. Вы доставили такую огромную и неожиданную совершенно радость своим пением. Просто и то, что этническая музыка может быть абсолютно современной, ее можно исполнять не в кокошнике, а абсолютно вот в таком виде. И то, что вы не поете Depeche Mode, это так здорово и так прекрасно. Спасибо. А поете именно такую музыку, я просто получил искреннее наслаждение и, конечно, мечтал бы вас видеть в своей команде, потому что я люблю этническую музыку и умею с ней работать, как мне кажется, как я надеюсь, во всяком случае. Поэтому приглашаю вас к себе в команду. Старостин — это который с Аукционом вместе, да? Ой, он много с кем поет, Сергей Старостин, да, он... Я его знаю. А они нет. Выбор. Выбор. Да. Выбирайте. Внимание. Да. Не мешайте. Нет, на самом деле, я, честно говоря, хочу сказать, что я удивлен и искренне поражен вообще, что вы повернулись почти все, и для меня это просто очень много. Я вас очень благодарю от всего сердца. Вот. Спасибо вам большое. Я выбираю Меладзе, да. Спасибо. Микрофон говорит, да? Слушай, они так орали, как будто ты стриптиз на шесте показывал бы. Я половину прослушал просто. Что сказать?
и ты сейчас начнешь эту возню в большом корыте шоу-бизнеса. Я рад, что ты с нами. Поздравляю тебя. Добро пожаловать. Спасибо, ребят. Идите, орите там. Сил нет слушать ваш ор.